Всем привет! Вы на канале Know-how «Поговори с экспертом» и с вами я, Алена. Компания Oppo обновила линейку смартфонов среднего класса. Oppo Reno 6 привлекает интересным набором камер и новой задней крышкой. Стоит ли обновляться? Давайте посмотрим. Если честно, то отличить шестую версию смартфона от пятой на внешний вид крайне сложно. Отличается лишь задняя крышка, которая выполнена из пластика с эффектом Reno Glow. Она матовая и шершавая, что позволяет не собирать отпечатки пальцев и мелкие царапины на корпусе. У смартфона есть уже ставший редкостью 3,5 мм аудиоразъем и тройной слот для двух сим-карт и карты памяти. Сканер отпечатков встроен в дисплей, работает без сбоев. На выбор есть два варианта цвета – лазурный и черный. Начнем с дисплея. Oppo Reno 6 получил AMOLED-экран диагональю 6,43 дюйма с разрешением Full HD+. Изображение качественное, насыщенное и с хорошим запасом яркости. Частота обновления 90 Гц, а пиковое значение яркости целых 600 нит, что позволит вам считать все на экране даже в самый солнечный морозный день. Reno 6 работает на той же основе, что и предыдущая версия смартфона. Внутри Reno 6 установлен чип Qualcomm Snapdragon 720G, который хорошо себя зарекомендовал в аппаратах средней ценовой категории. Он довольно шустрый и почти не греется. Еще, по сути, шестая версия получила точно такой же набор камер, что и предыдущая версия смартфона. Основной модуль на 64 мегапикселя, ультраширокоугольный на 8 мегапикселей, макро на 2 мегапикселя и датчик измерения глубины резкости. Камера отлично показывает себя днем на улице и в помещениях. А одна из ключевых особенностей основной камеры – это портретный режим в видео, который делает свет мягким и размывает фон за вами. Еще во время записи видео можно выбрать цвет, который будет выделяться в ролике. Это может быть красный, синий или зеленый. Итоговое видео получается оригинальным. Фронтальная же камера тут с разрешением 44 мегапикселя. Правда, автофокуса у фронталки нет. Зато в режиме видео также можно применять размытие заднего фона и есть ночной режим. Не увеличивая габариты устройства, чуть увеличился объем аккумулятора и теперь составляет 4310 мАч. А благодаря фирменной технологии быстрой зарядки VOOC 4.0 до 100% аккумулятор заряжается примерно за 53 минуты. Отличный показатель. Взгляните на слайд с техническими характеристиками. В среднем ценовом сегменте сейчас огромная конкуренция, и предложить рынку что-то инновационное крайне сложно. Модель Oppo Reno 6 взяла все самое лучшее от предыдущей версии и обновилась в самом популярном направлении – функциях камеры. Ну а обновляться ли вам – решайте сами. Как купить этот смартфон и тысячи других товаров, не выходя из дома, сейчас расскажу. Выбирайте товар на сайте и оплачивайте, как вам удобно. Онлайн, при получении товара или оформляйте беспроцентную рассрочку. Получить товар вы можете в одном из наших салонов «Ноу-хау», или его может привезти курьер к вам домой или в офис. А если вы еще не определились с выбором, то позвоните нашим онлайн-экспертам. Они расскажут о товаре, ответят на все интересующие вас вопросы и помогут оформить заказ. Берегите время и бюджет с умными покупками в «Ноу-хау». Ждем вас!